Как работает общественный контроль ремонтных работ? Кто может стать волонтером? Как эксперты ОНФ проверяют безопасность? Об этом мы не только будем говорить 12 августа в прямом эфире Первого областного в программе «Готов ответить». Гость студии – глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов. Телефон прямого эфира 76-10-28. Программа начнется в 20:00. Прямой эфир можно будет услышать на экспресс-радио «Орел» на 104 FM.